Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Калида. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие телезрители. Батюшка, сегодня давайте поговорим с вами о мученичестве и о мучениках современности, современного времени в частности. Вот для нас, для всех есть вполне известное, уже укоренившееся в сознании понятие, что есть мученики, которые когда-то появились в результате того, что ревностно относились к вере и за веру пострадали, появились мученики. А вот мученики современности существуют? Несомненно, мученики современности существуют. И, несомненно, и в наше время есть такие праведники. Надо только понимать слово, значение слова мученичество и вообще само явление мученичества. Вот мы в русском языке это понятие характеризуем словом, которое обозначает в первую очередь страдание. То есть мы человека, которого мы называем мучеником, осознаем в первую очередь, что он страдает за что-то. Это может и в каком-то бытовом плане говориться. Вот я мученик, мучаюсь там почему-то, там, от боли там, ноги или еще что-то такое. Но понятие, которое вкладывает в это церковь, оно несколько отличается от такого нашего бытового понимания. И оно восходит к тем словам Спасителя, которые он говорил своим ученикам, в том числе и на своей прощальной тайной вечере. Он говорил своим ученикам, что они должны быть свидетелями. Свидетелями о нем, о его страданиях и его воскресении, о его славе. И в греческом языке слово «свидетель» звучит «мартин». И именно так в греческом языке обозначаются те праведники, которые пострадали за веру Христову. Они воспринимаются церковью в первую очередь как свидетели о воскресении Христовом и о всеобщем грядущем воскресении. И в этом плане, несомненно, и в настоящее время есть такие праведники, которые свидетельствуют, в том числе и страданиями, о вере Христовой, о том, что есть, было воскресение Христово и что грядет воскресение всеобщее. Батюшка, вот если говорить про мучеников, особенно про которых мы знаем по преданию, когда-то давным-давно пострадали за веру, говорится еще в этих же преданиях, что в связи с их кончиной происходило какое-то чудо, которое заставляло многих, особенно тех, кто видел, уверовать, и всегда, ну не всегда, но часто происходили какие-то чудеса. А вот в наше время почему, такой вот закономерный вопрос возникает, не существует каких-то чудес, связанных вот с таким явлением, как появление нового мученика? Я понимаю ваш вопрос, но не совсем согласен с подобным заключением. Поясню. Действительно, из жития древних мучеников мы знаем, что многие из них при страданиях не чувствовали боли. Их строгали железными когтями, они этой боли не чувствовали. Их сжигали, а они затем восставали и проповедовали Слово Божие. В наше время, ну, я имею в виду мученичество 20 века, таких случаев, ну, я даже не могу привести. Известны случаи, когда во время расстрелов священников
стреляющие в них солдаты, их убийцы, не могли попасть. И только после того, как священник благословлял их, они его убивали. Такие случаи были. Но вот так, чтобы мученики не чувствовали боли, таких свидетельств нет. Наоборот, тот же святитель Афанасий, епископ Ковровский, который сам более 30 лет провел в лагерях, в ссылках и в других гонениях, он рассказывал ужасный случай, когда в одном лагере на глазах у согнанных священнослужителей пилили пилой одну игуменью. И она кричала. Ей было ужасно больно. И вот владыка Афанасий свидетельствует о той ужасной боли, которую претерпела эта подвижница. Но вместе с тем нельзя говорить о том, что нет чудес, связанных с мучениками. Наверное, вот то, что не было в 20 веке, того, что было в первые века, связано с общим охлаждением веры и, наверное, совсем иным отношением у верующих людей к чуду. И чудеса стали как бы сокровенны. Но, находясь на Бутовском полигоне, проходя свое служение на Бутовском полигоне, я могу засвидетельствовать, что то, что это место открыто, и то, что на этом месте воздвигнуты храмы, и то, что мы на это место имеем возможность приходить, это чудо, которое совершилось предстательством тех праведников, которые засвидетельствовали свою веру в воскресение Христово даже до смерти на этом святом месте. Батюшка, у нас есть звонок, и Подольск на связи. Здравствуйте, в эфире, пожалуйста, задавайте вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте всем, кто в студии. Батюшка, у меня следующий вопрос. Значит, я Виктор из Подольска. Значит, у меня такой вопрос. Вот по поводу канонизации семьи Романовых. Вот в очередной раз хотелось бы еще раз услышать, потому что все-таки все аргументы в пользу канонизации не очень убедительны. И дело даже не в том, что на период своего принятия своей мученической смерти он уже не был царем, был отреченным царем и был просто гражданином Романовым. Вопрос в другом. Вопрос в том, что им был пригрет как бы совершенно дьявольская фигура. Это Распутин, который, в общем-то, настолько сильно повлиял на ход истории всей России, что, понимаете, вот согласиться как-то исторически с тем, что это наши святые мученики, ну, честно слово, как-то, несмотря на то, что я воцерковленный человек, как-то вот никак это не ладится в душе. Спасибо. Спасибо за вопрос, Виктор. Я понимаю от возникновения этого вопроса, но надо прекрасно осознавать о том, что святые, те люди, которые канонизированы в церкви в лике святых, они были такими же людьми, как мы. И они имели такую же немощную плоть, и по своей жизни они могли совершать те или иные ошибки и совершать те или иные поступки, которые могут быть иногда непонятны их окружающим или даже в какой-то исторической перспективе. Но давайте мы внимательно посмотрим то деяние собора, которым была прославлена семья Романовых, члены этой семьи, в лике святых. Ведь там четко было сказано, что они прославляются в лике святых за тот подвиг, который они совершили, когда они были подвергнуты страданиям. Они эти страдания приняли
как настоящие христиане, как истинные христиане, как святые, и понесли этот тяжелейший крест, который был положен на их немощные плечи, с достоинством, как христиане. И за это их святая церковь прославила в лике святых. Я знаю о том, что многие из людей, которые считают себя воцерковленными, с трудом воспринимают это действие церкви. Но я всем рекомендую найти возможность и съездить в Ганину яму и постоять там, помолиться на этом месте. И вы почувствуете, что это место свято. И через это я надеюсь, что вы воспримете и святость этого удивительного христианского семейства. Спасибо, батюшка. Все-таки, если мы будем говорить про нашу современность и вспомним некую статистику, которая существует, ну, не будем углубляться в те цифры, которые нам говорят, просто посмотрим вокруг. И многие даже из тех, кто себя называют православными, крещенными, воцерковленными, как угодно, для некоторых из этих людей все таинства церкви являются традициями и обрядами. Да и, собственно, в церковь и в храм не ходят, Священное Писание читает, все сводится к формализму. Конечно, хотелось бы, чтобы не у всех, но такое присутствует, я думаю, с этим согласятся. Так вот, в связи с этим, говоря о мучениках современности нашего времени, должен ли человек в своей жизни быть в такой позиции, что с готовностью принять мученическую смерть за веру? То есть внутри, в душе быть готовым стать мучеником? Или все-таки это выпадает и не должно выпадать на каждого человека? Ну, мы знаем, что в истории церкви период мученичества, они не всегда были. И не все христиане, которые жили в разные времена, свидетельствовали мученичеством о своей вере Господа Бога. И именно из-за того, что кончились первые гонения, возникло, как они называли себя, добровольное мученичество, преподобное, то есть те, которые приняли на себе аскетические, монашеские подвиги. Именно отсюда это пошло. Но вместе с тем, вспоминая те слова Спасителя, о которых мы уже говорили, сказанные им на Тайной Вечере, о том, что вы призываетесь быть свидетелями о моем воскресении, эти слова обращены не только к ученикам, которые присутствовали тогда на Тайной Вечере. Потому что Господь наш Иисус Христос тогда же молился не только об этих учениках, которые о 12 апостолах, которые были вместе с Ним на трапезе, но и о верующих, по слову их. То есть, значит, и о нас с вами. И значит, эти слова с призывом быть готовым к свидетельству обращены и каждому из нас. Конечно, осознавая нашу немощь, наверное, каждый из нас должен в глубине души содрогнуться и просить Господа о том, чтобы это страшное испытание было не вынесено нам, потому что мы по нашей слабости можем его не выдержать. Именно поэтому, осознавая немощь человеческую, церковь всегда предостерегала, и с древних времен предостерегала, о том, чтобы никто не дерзал на добровольное мученичество в смысле того, что вот пойти и сказать, что вот я христианин и готов пострадать за Христа, потому что чаще всего это происходило из-за какой-то внутренней гордыни, отсутствия смирения. И такие люди, которые дерзали это делать, они нередко не выдерживали страданий и затем отрекались от Христа. Но каждый из нас, если он действительно является христианином, должен быть готов к тому, чтобы выйти и сказать, что я христианин. Я верю
воскресения Христова. И осознаю, что те блага земной жизни, которые мы здесь имеем, и даже эта земная жизнь, данная нам Богом, ничто по сравнению с теми благами, которые нас ждут в Царстве Небесном. У нас есть звонок из Белгородской области на связи. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте, отец Кирилл, и здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я вот думаю так, что те мученики, которые до нас в те времена жили, они прямо или косвенно еще страдали от того, что обличали существующих власть придержащих. В современности сейчас этот народ уже не может таких мучеников вытянуть. Во-первых, большевики поработали хорошо, вырубили лучших людей, выбили. А современный народ наш, измельчавший, страдает человекоугодия очень много. Особенно к власти. Спасибо. Вы знаете, ведь христиане в древние времена всегда говорили о своей политической лояльности, в том числе и к римской языческой власти. Они никогда не выступали, ну, то, что мы теперь называем революционерами. И они служили в армии, выполняли другие законы. Кроме того, кроме единственного, то, что требовалось, поклоняться языческим богам. Вот здесь они были непреклонны. И новые мученики, мы об этом имеем свидетельство из архивно-следственных дел. Они никогда не говорили о том, что они выступают против существующей власти. Они признавали, что всякая власть от Бога. Но они понимали, что эта власть послана народу нашему за грехи. И говорили в лицо своим истязателям о том, что эта власть временная. Да, действительно, за прошедшие 70 лет в нашем народе были истреблены лучшие, наиболее честные, наиболее принципиальные, наиболее активные люди. И из этого становится понятно, почему эта власть уничтожала не только каких-то активных священнослужителей или даже там каких-то образованных людей, а почему она уничтожала, казалось бы, неграмотных и совершенно безвредных бабушек, которые просто сидели на своих скамеечках около своих избушек. Но они, эти бабушки, были опасны этой властью, потому что эти бабушки были совестью той деревеньки или того села, в котором они сидели на своих скамеечках, и могли сказать какому-то Ваньке или Федьке, который шел разорять храм или творить еще какое-то безобразие: «Васька, а ты не прав, тебя Бог покарает». И вот за это они также арестовывались, и они также подвергались гонениям и страданиям. Я думаю, что сейчас, конечно, у нас потеряна определенная твердость, определенная искренность нашей веры. Но вместе с тем я глубоко убежден, что то, что сейчас происходит у нас в стране, в том числе и восстановление храмов, это все-таки свидетельство о том, что в нашем народе и сейчас есть праведники. Праведники настоящие, которые, наверное, в будущие времена будут явлены миру, и, если Богу это будет угодно, будут прославлены в лике святых. Следующий звонок у нас от телезрителей. Новокузнецк на связи. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если церковь причислила книгу святых семью Романовых, то почему бы церковь не причислила книгу святых людей, которые погибли в сталинских лагерях?
которые страдали нисколько не больше, ой, не меньше книги Романовых, если не больше. Почему бы только не задуматься об этом? И еще, скажите, пожалуйста, тогда как вы объясните слова Христа через и пророка Исаии? Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание назрят его. Ибо что он значит? Так что значит человек? Ничего абсолютно. Только Бог. Спасибо. Спасибо. Отвечая на первую часть вопроса, ведь наша церковь к настоящему времени прославила почти 2000 новомучеников и исповедников российских. Это совершенно разные люди. Это люди и известные иерархи, которые, казалось бы, ну вот логично прославить. Но вместе с тем, среди прославленных новомучеников ведь очень много самых простых людей. Крестьян, рабочих, которые погибли действительно в сталинских лагерях, но погибли за то, что они исповедовали веру во Христа. Они приняли эти страдания и свидетельствовали, о чем я говорил раньше, о своей вере в воскресение Христово. Причисленным к лику святых может быть тот человек, который страдает, как мученик, причисленный к лику святых, который страдает именно за веру Христову. Или переносит страдания, осознавая, что он христианин, как это было в случае святых царственных страстотерцев. Они осознавали, что они христиане, и им дан этот крест Господом Богом, и они мужественно его несли. Те люди, которые пострадали в сталинских лагерях, к великому сожалению, многие из них совершенно не осознавали себя христианами. И многие из них, наоборот, даже и боролись с Церковью Христовой. Только попали потом в этот молох, который сами запустили. И поэтому Русская Православная Церковь, она занимается этим вопросом, этой проблемой прославления тех, прославления в лике святых тех, кто пострадал в эти годы гонений. И только не надо говорить, что это сталинские лагеря. Это вот лагеря этой системы, этой безбожной власти. И Сталин это был один из деятелей этой системы. Да, активный, видный, но один из деятелей этой системы. И не надо связывать с его именем действия всей этой системы. И возвращаясь, русская церковь прославляет в лике святых тех, кто тогда пострадал, но занимается этим с очень большой осторожностью, чтобы не было вызвано каких-либо искушений, не возникали бы какие-то вопросы, почему этот человек прославлен в лике святых, и чтобы это было действительно каноническим прославлением. Ну, со второй части вопроса, она как бы так продекларирована. Я согласен о том, что мы не должны надеяться на сынов человеческих. Мы должны ходить пред Богом. Поэтому я только согласен с этим утверждением и как-то оспаривать его не готов. Тогда в продолжение этого же вопроса, наверное, а вообще для человека каково значение мучеников? Это свидетельство того, что в нашем мире, который отошел от Бога и все дальше отходит от Бога, есть люди, которые осознают, что наша земная жизнь – ничто в сравнении с Царствием Небесным. Это для нас очень важно. По милости Божией, мне приходилось общаться с теми людьми, которые перенесли
страдания, принесли гонения за то, что они были христианами. Когда я был мальчиком, мне приходилось общаться с целым рядом исповедников. Ну, с теми, кто я общался, с кем я общался, они, наверное, не будут прославлены в лике святых, потому что они как бы малоизвестны. Но общаясь с ними, я чувствовал их святость. И вот разговор о том, что нет чудес, связанных с новомучениками. А я могу сказать, что были чудеса. Были чудеса в их жизни. Было, неоднократно были чудеса. Я вспоминаю одну монахиню, монахиня Магдалина. Мы ее звали тетя Таней. Она жила на краю Сергиев Посада, Красюковки. Жила в доме, в котором когда-то жила моя мама в детстве. И поэтому мы ходили туда с детьми, когда мы ездили в Сергиев Посад к преподобному. Мы туда заходили, и нас эта монахиня вместе еще с одной матушкой, матушкой Михаилой, принимала, поила нас чаем, угощала какими-то печеньями, каким-то вареньем. Она была неграмотная. И вот в ее жизни был удивительный случай. В конце 20-х годов ее арестовали. Она была тогда достаточно еще молодой. Происходила она из крестьян, неграмотная практически была. И вот ее привезли, ей дали 10 лет и отправили на строительство вторых путей Транссиба, как тогда это называлось, БАМ, в читинские лагеря. Когда она туда приехала, она поняла, что 10 лет она не сможет там пережить, она погибнет. И вот она улучила момент, отошла в кусты и стала молиться. Знаете, это даже, ну вот, просто, наверное, смешно, как она молилась. Она обратилась к святителю Николаю и сказала: «Святитель Николай, вот я у тебя в храме служила». Она действительно какое-то время подвязалась в храме святителя Николая. Что-то там убирала, еще что-то такое. «Вот я не могу 10 лет отсидеть. 2,5 года возьми на себя. И ты ли я пророк? Я у тебя в храме тоже трудилась. Ты тоже 2,5 года возьми на себя. Матерь Божия, ну и тебе придется 2,5 года взять на себя. Куда деваться-то? А 2,5 года я сама отсижу». Ровно как прошло 2,5 года ее срока, пришло ее освобождение. Следующий звонок. Ярославская область, город Рыбинск. У нас на связи. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте вопрос. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно такой вопрос, я долго будет. Вот у меня бабушка была, сейчас, конечно, она умерла. Ну, она, понимаете, вот когда она спрашивала, их очень крестьян удивило, когда в марте 17-го года, когда синод нашей церкви призвал в храмах, в церквях, не поминать царскую семью, а поминать временное правительство. Тогда... То есть для них это было как-то неожиданно. И второе, она была коммунаркой, одна из первых коммунарок в Липецкой области. Правда, это была Воронежская область. Я тоже у нее спрашивал, говорю, ну, к вам, наверное, приезжали большевики и так далее. Она говорит, нет, говорит. А Ленина, конечно, мы же слышали, но делали все сами, говорит. Мы сами обняли землю и так далее. И так далее. То есть, их толкало это именно Евангелие, а не учение Маркса Ленина. Спасибо. Я не совсем понял то, что ваша бабушка стала коммунарком или колхозницей, может быть. Я не совсем понял вот этот нюанс. Но действительно, мы иногда склонны думать о том, что произошедшее в России революция в начале 20 века, она как бы была организована извне. Да, несомненно, международные силы, определенные силы прилагали большие усилия для того, чтобы разрушить Российскую империю, православную державу. Прилагались большие силы, средства на это большие тратились.
Но тем не менее, самое страшное произошло то, что русские люди оказались неверными своему императору, своему царю. И они его предали. И, к великому сожалению, были подвержены таким настроениям, в том числе и священнослужители. И, видимо, именно это явилось причиной того, что Священный Синод так легко принял отречение императора Николая Александровича и благословил свою паству поминать временное правительство. Мы знаем о том, что некоторые священнослужители с большой болью приняли это. Я знаю случаи, когда люди, узнав о том, что в храмах перестали поминать императора, шли в храм и, услышав о том, что это действительно так, приходили домой и умирали. Одна родственница крестной мамы, ее мать, крестной мамы моей матери, умерла от инсульта, услышав, что императоры не поминают. Так что были такие люди, которые не воспринимали это. Но отречение Николая Александровича к великому стыду русского народа было воспринято с радостью. И мне один батюшка рассказывал о том, что в русской провинции февральскую революцию приняли, как было пасхальное настроение. Все ходили и поздравляли друг друга, обнимались, радовались. А потом начали сжечь помещичьи усадьбы, убивать помещичьих детей, проявляя свою доброту, ведь русские люди добрые. Так вот они проявляли свою доброту, то, что этим барским детям, мальчикам, как перед тем, как их забить вилами, давали помолиться. И забрали эти земли. И пошли за большевиками, потому что они, большевики, обещали дать землю. Они обманули крестьян. Но это было так. Почему белых не поддержали? Да потому что белые оказались честными. Они сказали, что мы не можем решить этот вопрос. Нужно учредительное собрание. А большевики сказали, забирайте землю и будьте рады. И земля крестьянами была взята, помещики были изгнаны. И 10 лет крестьяне этой землей пользовались. А потом началась коллективизация. Начались эти ужасные голодоморы и так далее. Потом крестьян повезли эшелонами в Сибирь, на Кольский. И крестьянские дети, по свидетельству того же батюшки, который тогда оказался в одном лагере в Апатитах зимой. Крестьянские дети, которые были брошены в эту тундру, приходили к лагерю, просовывали свои ручки под проволочку и просили у заключенных: дяденька, дай кашки. Это ужасно. Это страшно. Но, к великому сожалению, ведь, наверное, это страшный урок нам. Вот тогда пошли за этой приманкой обольстителя рода человеческого, приманку, которую предложили большевики. Возьмите землю. Возьмите это богатство. И пошли, взяли. А потом сами погибли. Мы как-то не стараемся не связывать эти два события между собой. А между ними существует прямая связь. А если мы посмотрим на то, что сейчас делается, куда мы идем? Вопрос, который должны мы решать с вами. Потому что мы сейчас с вами живем. Это на нашей совести. Следующий звонок из Новосибирской области на связи. Здравствуйте, в эфире, пожалуйста, говорите. Угу. Слушаем вас. Здравствуйте.
Это из Новосибирска. Я хотела задать вопрос. Вот я в записках понимаю своего прадеда и деда. Они были расстреляны один в 35-м году, другой в 37-м, только за то, что они были священники. И один обвинялся в контрреволюционном заговоре, другой просто по разнарядке. Ну, как нужно было двоих врагов народу. Я за них молилась в храме, то есть в записках вспоминала. И знакомая, ну, в общем, моя подруга, она увидела и говорит: а зачем ты им записки, в записках пишешь? Они и так святые. И ты, в общем-то, это они за тебя должны молиться, а не ты за них. И вот я теперь в недоумении. То ли мне в записках их писать, то ли, значит, то ли не надо, не знаю. Она сказала, что они и так святые. Спасибо. Вот, это один вопрос. А второе, и батюшка, вы совершенно правы. У меня было прохладное отношение к царской семье. Вот. Но нынче, на царские дни, мы в паломническую поездку съездили на Ганину яму. И вы знаете, отношение переменилось в корне. Там столько было пролито слез и покаяния за то, что мы такой грех совершили, что, вы знаете, сейчас я просто без слез не могу смотреть на икону святых старцев. Спасибо большое вам. Спасибо. Относительно поминовения тех священнослужителей, и не только священнослужителей, тех мирян, тех членов церкви, которые в те годы пострадали за веру Христову. Русская православная церковь прославила всех, кто пострадал в те годы в лике святых. Но поименно в этот собор включены к настоящему времени около 2000 подвижников. Но имеется определенная церковная дисциплина. Мы признаем, что как тот или иной праведник свят, и даже ощущаем его молитвенное предстательство за нас, живущих здесь на земле. Но до тех пор, пока церковь не назовет поименно их в соборе тех или иных святых, мы все-таки должны молиться о них о упокоении, соблюдая вот эту дисциплину. И я могу привести один удивительный пример такого почитания святости праведника, непрославленного, который произошел в 1812 году. Михаил Илларионович Кутузов очень почитал святителя Тихона Задонского. Он в тот момент не был прославлен в лике святых. И когда он узнал о том, что он назначен главнокомандующим русской армии, он написал письмо к одному своему знакомому священнику, который служил в Воронежской епархии, с просьбой отслужить на могиле у святителя панихиду. Естественно, Михаил Илларионович обращался к молитвенному предстательству того человека, святителя, которого он уже почитал как святой, как святого, но соблюдая церковную дисциплину, он молился о его покаянии. Следующий звонок. Егор Кропоткин у нас на связи. Здравствуйте, в эфире, пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Бог благословит. У меня такой вопрос. Что такое бескровное мучество? Ну, какие вложения, ну, остатки жизни? Спасибо. Что такое бескровное мученичество? Бескровное мученичество, наверное, используется... Плохо очень был слышен вопрос, но, наверное, как в том контексте, как он задается, имеется в виду о том, что вот после окончания эпохи мученичества, вот после утверждения христианства как государственной религии в Римской империи, церковь осознала,
что она потеряла определенный образ святости, мученичества. И даже некоторые святые говорили, что время благополучное для церкви, внешне благополучное для церкви, то есть без гонений, оно крадет у церкви святых. И вот осознавая это, нашлись такие подвижники, которые решили посвятить себя Богу и уйти из этого мира в пустыню. Антоний Великий, Феодосий Великий были первоначальниками этого делания. Они приняли на себя аскезу, молитвенный и подвиг поста. И вот этот подвиг многими назывался бескровное мученичество. Батюшка, а вот должны ли, понятно, что должны люди, молясь мученикам, ведь мученики когда-то были обычными людьми. Получается, что люди молятся людям? Мы обращаемся к ним с молитвой об их молитвенном предстательстве за нас грешных. Вот в этом плане как раз новомученики российские, подвиг которых, в общем-то, наверное, до сих пор не очень осознан, и значение их для нашей жизни, для нас с вами, для современной жизни церкви не очень еще осознаны. Но их подвиг очень поучителен. Ведь церковь в своей истории, ну, я не беру вот именно эпоху мученичества, не говорю о мучениках, а я говорю о других образах святых. Святители, преподобные, бессеребренники, блаженные, праведники. Она прославляла в ликах этих святых, в общем-то, людей, в подавляющем большинстве своем случае, незаурядных, которые обладали какими-то дарами от Бога, которыми мы, простые люди, в общем-то, не обладаем. Ведь совершенно очевидно, что нам, подавляющему большинству из нас, недоступны те высоты богословия, которые были доступны Василию Великому, Иоанну Златоусту, Григорию Нискому и многим другим богословам. Для нас совершенно недостижимы те подвиги, которые совершили великие преподобные аскеты, такие, как вот названные мной Феодосий, Антоний Великие и многие другие. Совершенно нереально нам это совершить, потому что мы не обладаем теми дарами, теми способностями, которые обладали эти святые. А вот новомученики в подавляющем своем большинстве, хотя среди них были тоже люди незаурядные, удивительные люди, одаренные очень многими талантами, но все-таки в большинстве своем это были люди точно такие же, как мы с вами. У них были, так же, как и у нас, семьи. У них были какие-то заботы житейские. У каждого по-своему. Естественно, батюшки служили там на каких-то приходах сельских, совершали какие-то требы и так далее и тому подобное. Миряне совершали какое-то другое служение. Но они были практически такими же, как и мы с вами. Но вот они осознали важность веры для них. И они не продали эту веру. И, не продав ее, пожертвовали своей жизнью. И это нам удивительный пример тому, как и мы должны следовать. Мы должны быть такими же, как они. Мы должны понимать, что да, мы немощные, мы слабые. Мы постоянно падаем, согрешаем. Но у нас должно быть что-то все-таки в сердце. Какая-то жемчужина, которую мы не должны продать ни за что. Следующий звонок. Иблаших на связи. Здравствуйте, в эфире. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Я хотел спросить о мистике. Можно ли ее, мистику, связанную с чудесами мученичества, применить на собственном опыте, как бы? Вот, например, сегодня актуально, что по нашим городам ходят еретики, сектанты, и предлагают православным мерзкие еретические книжки. Так вот, взять вот эту книжечку обязательно в руки, раскрыть ее, туда плюнуть смачно, а потом взять и назад сектанту отдать. И дать потом сектанту себя избить. Известно, что они все люто ненавидят православие. Я как бы православный, я ненавижу веру. Вот так можно человеку поступить, а потом посмотреть, что из этого получится. Да. Я не совсем понял, что предлагает наш зритель сделать с этой книжечкой. Уже отключился наш телезритель, но вот какое-то, видимо, активное действие предлагает сделать с этой книжкой. Ну, давайте переведем вопрос к тому, нужно ли, скажем так, экспрессивно реагировать на предложение прочитать литературу. Вы знаете, что вот, конечно, мы должны в какой-то степени знать то, что пытаются противоставлять вере Христовой различные еретики. Но вместе с тем, та практика, которая реально есть, показывает, что в подавляющем большинстве случаев они не готовы услышать разумного свидетельства о вере Христовой. У них засланы глаза, закрыты уши для слышания и видения этого. Поэтому в большинстве случаев, к великому сожалению, какие-либо с ними диспуты, они почти бесполезны. Они практически не приводят к какому-то положительному результату. Тем более, что надеется вообще церковь, она всегда предостерегает во всех случаях жизни, предостерегает от какой-то мистики. И я вообще тоже по своему характеру скажу, может быть, даже и немножко боюсь этого. Я всегда, если прошу у Господа в чем-то помочь мне, всегда прошу, чтобы Господь это совершил каким-то стечением обстоятельств, чтобы Он сложил обстоятельства таким образом, что вот совершилось то, что было бы полезно мне или моим близким, моему окружению. Но чтобы это не было каким-то вот чудесным, скажем, образом. Таким вот не чудесным, а сверхъестественным образом. Потому что я понимаю, что все равно все блага от Господа. Он так или иначе посылает мне. Поэтому вот и церковь всегда осторожно очень относится к каким-то резким действиям по отношению к противником веры Христовой и предостерегает своих чад от этих действий. Поэтому с этими людьми следует разговаривать только тогда, когда вы понимаете, что они готовы услышать вас, они готовы увидеть, что делается в церкви. И тогда действительно наша обязанность с ними разговаривать и постараться им показать ту благодать, которые есть в церкви. Но не вызывать каких-либо эксцессов, потому что ничего путного, доброго в подавляющем большинстве случаев не произойдет. Следующий звонок. Ярославская область на связи. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно ли назвать мучениками за веру староверов? Вот в момент вот такой трагический, когда был раскол в России, и многих просто замучили. В частности, такой вот яркий исторический пример боярыня Мороза, которую там месяц посадили в холодной яме вместе с сестрой, мучили. Она умерла голодной смертью. Можно ли их рассматривать как святых
которые умерли за веру. Спасибо. Спасибо. Ну, вы, наверное, понимаете, что православный священник совершенно однозначно осознает, что вот эти страдания, которые претерпели эти люди, не связаны с страданием за Христа. Трагедия старообрядчества, вообще, наверное, может быть и трагедия нашего народа в том, что мы, вот о чем Александр как бы говорил, то, что у нас очень часто в отношении веры, в отношении религиозной, духовной жизни преобладает формализм. Мы формально выполняем те или иные действия. И мы считаем, что в этих действиях заключается какая-то спасительная сила. В общем-то, это, наверное, отголоски какого-то язычества, когда языческие жрецы выполняли действия определенные и иногда даже совершали какие-то сверхъестественные знамения. Мы знаем, то, что это возможно. Но ведь вера в Христа, она совсем иная. И вот, к великому сожалению, старообрядцы, несмотря на то, что они оказались мужественны в стоянии вот за ту истину, которая казалась им правильной, за те идеи, которые они считали истинными, они ошиблись в том, что они защищали не веру во Христа, а стали защищать только внешний обряд. Да, конечно, те действия, которые были совершены тогда против них, церковь осудила. Она признала, что эти действия, вот эти вот карательные меры, они были неправильными. Это была ошибка. И ошибка патриарха Никона, ошибка Алексея Михайловича, который поддержал это, ошибка других правителей, которые поддерживали эти гонения. Надо было действовать совсем по-иному, а не так, как это было совершено. Но признать их мучениками за Христа ни в коем образом нельзя. Как, скажем так, внутри себя, коль уж мы заговорили про мученичество и то, как человек себя мог чувствовать, как внутри себя вот избежать вот этого понятия самого, что с одной стороны я страдаю за Христа, с другой стороны во мне говорит гордыня. Как внутри себя побороть вот эту проблему? Ну, наверное, вообще каждый христианин должен осознавать свою немощь. Он должен понимать, вы помните, вот апостол Павел, он обращался, апостол Павел, которому даны были очень много даров, удивительных даров. Но ему было дано некоторое искушение, как он называл ангел-сатанин, который мучил его. И он просил у Господа, чтобы Господь его избавил его от этого какого-то искушения. А Господь ему сказал, сила Божия в немощи совершается. Вот только тогда, когда мы осознаем нашу немощь, когда мы понимаем, что мы ничто, и что мы не в состоянии своими человеческими силами отстоять веру Христову, только тогда мы сможем действительно быть твердыми христианами. Потому что только тогда мы можем надеяться, что Христос придет и станет рядом с нами и поддержит нас в этих страданиях, в этих испытаниях. Спасибо большое, батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каляда. Батюшка, очень интересная беседа. Большое спасибо, что вы к нам приехали. Но она уже подходит к концу, поэтому мне остается только с вами попрощаться. До свидания, Александр. До свидания, дорогие телезрители. Храни всех вас Господь Бог. Уважаемые телезрители, спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.